Меня зовут Евгений Витручидзе, и последние 3 дня в моем доме происходят мистические, и я бы даже сказал, страшные вещи. Утром я иду умываться, чищу зубы, ставлю щетку на место, и когда я возвращаюсь в комнату, щетка лежит на моем диване. Я пытаюсь отнести ее в ванную, ставлю в стакан, возвращаюсь в комнату, и она снова на диване. Это сводит меня с ума, я не сплю уже 3 сутки. И я не знаю, что делать. Запись, видеодневник. Сейчас я попробую проделать эту процедуру снова. Я попробую отнести щетку, поставить стакан в ванну. Вы все это увидите сами. Возвращаемся обратно в комнату. Сейчас вы все увидите сами. Я твоя жена Екатерина Витручидзе. Зачем ты постоянно возвращаешь свою щетку на место? Я уже 3 дня собираю вещи в отпуск. Ты прекратишь это делать или нет? Так это была ты. Слава Богу. Да, но откуда в комнате мой шампунь?